Светало. Утро. Утро в этой игре особо, наверное, красивое. Помогли. Помогли целому поселению и, наверное, воодушевив людей, помогли им вернуться в дома или поможем. Дали веру в будущее как самому священнику, так и, в общем-то, всем жителям, которые в результате вернутся в дом, сделали доброе дело. Сейчас наша задача откопать клад и вернуться с докладом к крестьянину. Ну а что получится в этом путешествии, я думаю, что вы увидите чуть позже. Желаю вам в этот час немного расслабиться. Всем, кому заходят мои ребят стримы, летсплеи, не знаю, как хотите, называйте. Ставьте лайк, посмотрите, врублен ли колокольчик, потому что YouTube часто его снимает. Ну и подписочку тоже не забудьте. Ну а все, кто хочет смотреть в прямых эфирах, напоминаю, что каждый божий день я прохожу их на канале Vast TV Hardplay. Ссылка внизу в описании. Заходите, добавляйте в избранное. Нас уже 70 с копеечками там 1500 миллионов человек. Ну что ж, выдвигаемся. Ой. Свистим наши лошадки. Окопник. Свистим наши лошадки. И нам бы потихонечку в сторону вот... В сторону, где зелье мы варили и все дела. Слушайте, надо здесь очень аккуратно спускаться, а то наша лошадка, она как бы, конечно, вездеход, но не настолько сильно. Покупка лошади была самым, наверное, правильным решением, потому что с лошади, видите, нам удается ребят очень серьезных разбирать. Очень серьезных. И я напоминаю, мы с вами загружены по самые не балуйся. Нам бы по-хорошему до города. В город бы нам метнуться. Давайте вот здесь можно прям по воде, наверное, бахнуть. Да, лошадка прекрасно пройдет по ручью. Оп, аккуратненько. Да, здесь, кстати, очень интересная механика, что если в дерево лицом ударился, слетишь с лошади. Я уже проверял это в предыдущих сериях. Так что, реализм. Графика, конечно, где-то немного подотстает, но реал присутствует. Итак, поскакали в ровную и рассказываем о случившемся. Так, нам теперь нужно понять самое главное, как туда. Где-то должна быть тропка. Вот я так понимаю, где-то вот здесь она должна быть. Да. Что-то очень на это похожее. Вот она. Угу. Вроде как я верное направление выбрал. Ну и на лошадке на нашей наваливаем. Постепенно, ребят, копим голду. Голду по-простому уже называю. По деньги, короче, копим. И я думаю, что... Я думаю, что совершенно заслуженно мы... Вами, блядь, знаю, что в этих гнездах бывает. Я, наверное, лишний раз все-таки ковыряюсь в них. Ну, вы знаете, просто цепочечку да найти. А, здесь, по-моему, эти ребята, да, как раз. Пройдем мы здесь. А более знакомое место. Да. Из трубы валит дымок, а из уст летит мотив. Эй, смотри! На, ёпта! На. Ты один, да, сынок?
А у вас молоко убежало. Ты не устанешь так за мной, роднулька, бегать? Слушай, давайте еще разочек туда вот. Ац! Ой, как хорошо. Опа. А я, пожалуй, спешусь. Я, знаешь, я всегда так на самом деле с лошади слезаю. Ты тормози, тормози, родной. Курвафикс. Курвафикс, это ты, дружочек. Это ты, кста. Слушай, а щитком-то мне тебя будет поприятнее кайтить, мой хороший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что с лицом? Что у тебя, роднулька? А что такое, что с лицом? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Такая тема не канает у нас. Ты нормально себя чувствуешь, родной? Или ты решил запотеть, бля, как я не знаю? Смотри, он просто на эти, на бэке ловит и все. А, да, 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 да. Нормально. Тоже неплохо. Знаешь, есть такое, такая тема, называется тактическое отступление. Потому что голова, если честно, немного побаливает. А вас, лохов, что-то много становится, но... Не учли вы, ребята, одну вещь. Сейчас я разгружусь, я к вам вернусь. Нормально, они меня чуть-чуть не заскамили. На все, что у меня есть. Ну, ничего. В голову, да, прилетело, неплохо, но... Мы сейчас с вами сразу закинемся календулой. И у нас с вами будет немного все полегче. Ранение в голову, да, мы получили. Я прошу прощения, молодой человек, а что у вас за оружие? Кого? Стой, 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 стой. Тормози. Кого? Я... А можно не баговаться? Спасибо. Это собака? Чего? Почему столько бандосов много? Так, а ну-ка, тормозни-ка. Вы что такие, я не пойму, дерзкие? Их прям много. От этого я вижу оружие, которое мне, если честно, немного даже понравилось. А? Обидно. Лук-то надо качать? Надо. На ком еще, кроме лохов, качать, правильно? В колено, кстати, попал. У него слабые очень ноги. Сам-то закрыт неплохо, а ножки... Мне эта собака очень не нравится. А вам? Мне что-то подсказывает, что добра от нее не будет. Как вы думаете? Причем бежит она так, блять, на уверенность. Блять, она вообще что ли бестолковая? Нет, я могу слезть, просто ей по шапке вдарить и все. Кому, она так и будет бежать? Все, дотало? Собака лошадь догоняет?
Так, блять. Как вы, ребят? Поживаете? Па-пара-па-па-па. Па-пара-па-па-пай. Па-пай. Та-та-ра. Это вот это 100% отъедет. Им жить... Все, это вот это финальный заход. Ла шанс финаль. Повезло дураку. А, ты побежал, что ли? Ты куда? Он копье бросил, убежал? Куда? Стой! Стой, дурак! Бегать нельзя. Ты бандитник. А бандитник должен быть либо убит, либо сидеть в тюрьме. Как и твой друг. Кровоток. Чё, ничего-то, вы не расстраивайтесь. Все, наигрался. Все, ребят. Все у вас хорошо? Да, я там тоже, по-моему, Глефа увидел. А ну-ка. У них ничего хорошего не будет. Максимум, что у них будет, это чуть-чуть бабосиков. Ну, неплохая такая тема на продажу. Говно, говно, говно. Наборы кузнеца уважения. Да. Все такое. Ну, вы поняли. Чисто такое вот. Такое чисто. Я, говорит, у мамы. Одну секундочку. Спасибо. Это не то чтобы шляпа, это прям шляпа-шляпа. Я прошу прощения, а где ваш товарищ? Коллега. Ага. Слушайте, у бандитников есть одна вещь, которая очень-очень-очень всегда меня радует. Знаете, какая вещь? Правильно. Всякие кубки, чашки, блядь, вилки, ложки. Шкура, мать его, кабана. Хм. Вот это у них прекрасно вообще, прям. А он с чем был? Где меч-то? Я не знаю, где меч, но я знаю, что вон там вот, где-то должна лежать Глефа. Глефа — это такое... Кто не знает, что это такое, это... Двуручное оружие, которое использовалось и как копье, и как ударный. То есть, ой, чё себе. Да, это Глефа, я не ошибся. Воу. А, я думаю, что она довольно ютить пассатижи. Здравствуйте. Так это здравствуйте, получается. Вы в курсе, нет? Я только вот не понимаю, куда она это... Сейчас, одну секундочку, я где-то тут колечко, знаете, находил, оно меня по глазкам так ударило. Надо венца бахнуть. Вино это хорошо. Колечко. Колечко, колечко, кольцо. Ну, типа просто все, я с ней и все? Только в руках держать. Хм. А все же понимают то, что это 75 урона.
Все же, да, это как бы осознают, понимают, все, да? Как бы, ну... Я еще раз говорю, 75 урона, Карл. Третье тело, я думаю, что убежало, но у него единственное, что у раз... Слушай, ну это вообще забей. А, оно еще и колет. А как мне... А не подскажете, а я же и могу ее просто вот так вот, допустим... Очень бредовая механика. Это ужасно. Я не могу ее просто с собой взять. То есть, хочешь Глефу, как бы, ну, здорово, молодец, но ты всегда будешь с ней в руках. Ребят, но урон у нее вообще просто запредельный. Куда сувать? Ну, на лошадь можно было примастырить еще куда-то. То есть, я не думаю, что... Очень, очень вкусное оружие, если что. Очень-очень. Так, где-то вот здесь вот был наш крестьянин. А его случайно не убили ли? Нет, он где-то ближе к полю. Сынок. Оп. Так, как же нам обмануть систему? Подождите. Хорошо, допустим, если я уберу меч со слота, он ее не хочет вообще брать. Нельзя, ребят. Она просто как бы есть и все. Нельзя. Такая вот, я считаю, ну, упущение механики по факту. Ну, окей. Давайте тогда как-то мы вот так вот, что ли, тогда, да, сделаем. Будем ее просто с собой обузить, таскать. Щит сними, она в две руки без проблем. Давайте попробуем такую механику. Взял. Нет. Нет, нет, нет. Нет и еще раз нет. Очень жесткое оружие. Очень жесткое, длинное. Как раз мне по силе, но нет. Ничего подобного. Ладно. Такое будет небольшое упущение от игры. Ну что ж, давайте поговорим с крестьянином. У меня есть для вас священник. At least for a while. So you found him? Yes. He was roaming the woods around here. Thank God. You'll see. Once there's a priest, people will soon be back. I hope so. I've put together a small sum for a new piece. So I thought a portion should definitely go награда. To him as a reward. Я откажусь. Откажусь, потому что, ребят, ну что мне брать с крестьянина? У нас все сумки походные забиты. Знаете, я, пожалуй, откажусь. Пусть они отстраивают деревню. Это мои родные края. So, farewell to you. And I hope he gets here soon. Just that you let him run off again. I'll keep an eye on him myself. Godspeed to you, Henry. And thank you for your help. See you later. Мое почтение. Родные мои края, ну куда я, ребят, с них что буду брать? Ну, я вас умоляю. А поторговать с ним, к сожалению, нельзя, ребятки. Ну, ладно. Братцы, Глефу мне придется скипнуть. Я сейчас просто, если с оружием в руках буду... Стоп.
Стоп. Сколько у нее урон? Подождите. 70 с лишним урона? Да. Ха. 70 урона, да, значит. Есть у меня должок тут. Ой, за кем? Не, ну такую глефу грех грех просрать, как говорится. Это сохранить. Это, скорее всего, ну, наверное, два удара, я так думаю. Подождите одну секунду. Я прошу прощения, а у Глефа у нее... А, у нее и колющий, и режущий по 75. Ну, это... Ну, два удара мало кто вытерпит. Очень мало. Я вас просто уверяю. Так. Надо забайтить как-то. Очень опасно. Но еще с ней долго садиться. Сейчас, мои хорошие. Ждет вас, бля, подарок от папы. Сейчас мы с вами, вашу мать, поквитаемся. Ахайо. Давай. Поехали, пацаны. Ну, а теперь... На вылет! Что? Я его насквозь проткнул. У него в доспех зашло и со спины вышло. Охренеть, Глефа. Вот это реально прикол. Че, выйдете? Бежите. Шею. Все. Живой? 200-й. Насквозь вылетает сразу. На лошади же еще урон выше. Я разбегаюсь с разбега просто. Обалдеть. Полная имба. Давай, сынок. Хорошая идея. Пойдем. Жив. Но там в броню я ему чисто накатил. Не попал. Между двух зашел. Там то ли шея, то ли куда-то вот туда вот прилетел удар. Это сразу, да, от винта будет. Он даже щит бедолага не успел поднять. На... Я думаю, там даже не надо быть кем-то, чтобы не заметить, куда я ему засадил. Живой еще. Просто на вынос. Бешеные пробивные. Пробивные удары именно на вылет просто, которые вылетают.
Еще прикинь, с разбегу. Давай, давай. Слушай, чувак. Давай. Давай, 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 давай. В принципе, мне здесь разбега хватит. Чуть-чуть промахнулся. Давайте не будем мудрить. Прям, чтоб, знаете, вот, ну, на 100%. Давай, 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 давай. Давай, дружок. Ластовый, по-моему. Твоя душа. Могу подсказать, кому принадлежит. Между ног, что ли, между шос. Ты прикинь, он доджит. Ну давай, с разбега. Рыцарский. Давай, сынок, вот это попробуй за доджи. Ты что-то знаешь, то, что я не знаю? Интересно. По-моему, он что-то знает. Блять, он доджит. А если вот так? Я даже не сразу оборачиваться стал. Я думаю, по удару вы поняли, что это было. Я думаю, что там вообще, как бы, ну, без лишних каких-то комментариев. Спасибо за платную подписку. Ну что ж, я предлагаю самое основное у них забрать. Гроши. Все то, что можно продать задорого. На самом деле у них не очень уж прям и много каких-то интересных мне вещей. Все дешево, все хрен пойми какое. В принципе, ребят, у них и брать-то по-хорошему нечего. Топор. Топор я не хочу. Я вам говорил уже по какой причине. Потому что топор очень короткий. Панцирь. Давай возьмем посмотреть. Топорик, ребят, очень короткий, и смысла от него вообще я не вижу. Слушайте, вот это очень интересная вещь. Они что-то охраняли, кстати. Что вот это такое? Даже близко вообще не валялось. Нет, ребят. У меня пободрей. Так что... Да. Но, кстати, вот это я бы вот сюда загнал на лошадку. Так же, как и перчатки, всякие цепочки, херочки. Туда немножко надо отгрузить. А то что-то у нас, знаете, так смотришь, смотришь краем глаза, все больше, 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 больше. Так, знаешь, копится, копится, копится. Тут чуть-чуть взял, там чуть-чуть взял, здесь чуть-чуть взял. И как-то слишком много всего. Давайте всякие редиски, хириски, ну, как-нибудь мы вот туда вот отправим. Хлеба, яблоки. Они, скорее всего, испортятся, но окей. Меня не подразгрузят. Так. Теперь нужно найти, где все лежат. Безумная тема Глефа. Вообще просто, я считаю, мега дисбалансная. Либо, ну, у меня так просто получается накидывать бодро с этого, с как он называется, с коня, что такие удары. Но я вычисляю, то есть, точные даже точки, куда им бить, чтобы прям, ну, прям наверняка щемануть. И получается у меня это, кстати, довольно неплохо.
довольно, кстати, бомжеватые разбойники, если отталкиваться от того, какие мы уже бодрые и заряженные, то разбойники, мне кажется, уже, знаете, опа, стопе. А вот это может быть интересно. Слушай, как он его подобрал, да, прикольно? За этот прям, за лезвие. Вдалеке где-то залаяла сейчас собака. Это вообще не к добру. Шпоры можно взять. У него каким-то чудом нарисовались шпоры, шкуры благородного оленя. А ну-ка... Знаешь что, дружок? Что это я все на лошадь закидываю? Слушайте, а у меня... А животных-то убивать не придется? Шкуру оленя-то мы взяли? Заказ выполнен. Очень мне интересно вот это такое. Ну-ка, дай-ка, дружочек. Гроши. Оу. Оу. Оо. Ну-ка, тормозни-ка. Очень даже не дурно, я бы сказал. А, Глефу мы просто запомним, ребят, где она лежит. Смысла мне на ней постоянно кататься абсолютно не вижу. Теперь самое главное, что они там держали. Что это за дуэлянт? Ребята, у него 60... 2 урон. Практически как у Глефы. Вы можете отнять здоровье и выносливость врага, врезавшись в него во время спринта. О как. А вот это имба. Восстановление вашей выносливости не будет замедляться, даже если оружие отбито. А я бы вот это взял. Это очень хорошая вещь. Лайри, спасибо тебе большое. Я бы это 100% взял. Чтение на семерку. Обалдеть. Здесь пока я думаю. Может быть, даже мастер клинча возьмем. Под вопросом. Так, пока без Глефы. А, проверяем. А, давайте, во-первых, здесь все... Добрый вечер, бля. А вот это уже по мне летит. А вот это уже было по мне. А вот это вообще прям сейчас было плохо. Он же последний, все, он крайний, точно. Просто, ну, как бы это все здорово. Все весело и прекрасно, но здесь нужно все обшмонать. Что-то здесь будет. Сундук вижу. Все. Жив. Скорость маленькая была. Нет, брат, пленных мы таких чертей не берем. Она бешено спамит Глефа. У него какая-то сабля. Я не один это заметил, у него сабля. Крутая.
Или какой-то лук из Кизила. Сюда. У него еще и грошей. Мама, не горюй. Еще и охотничьих стрел миллиард. Очень жаль. Но мечик очень бодрый. Перчатки разбитые, можно было не брать. Ну-ка еще разок. Сила 8. Но вот это очень близко. Сила 8. А, смотри, у меня из вяза след из кизила, это очень уже, то есть потом идет из ясеня, потом из кизила. Все следующие луки уже считай, что сделал, нафармил. Мне не надо не покупать ничего. Твою мать, ловкость 10, я понял. Это лошадь битком, ёб твою мать. Так, пойдемте сразу посмотрим, что они охраняли, чтобы сюда не возвращаться. Стоп, мне все равно сюда возвращаться, ребят, я реально битком. Смотри, как красиво воткнулось это. Как знаешь, как в местах боя-то, ребят, раньше. Знамя-то не знамя, оно как-то, блядь, по-другому называлось. Втыкали такое, флаг такой, знаете, этот как на погосте развивается. Не хватает только воронов. Мы сюда вернемся. Поехали в город. Город, лопата. И вперед. Так, наша задача попасть вот сюда. Здесь 100% будет. Вау, стоп. Не туда. А, привет, Лех. Почему ты стримишь именно на Васт? Пока бегу на лошадке, сразу скажу. Потому что именно здесь я могу быть уверен в том, что... Нет каких-то жестких правил. А, мне здесь... Мне здесь безумно удобно... Так, тормози. Мне здесь безумно удобно стримить, и я в любой момент могу переключаться. Да? Так, одну секунду. Он без брони, да? Слушайте, ребят, если сейчас я вот этой стрелой попаду, он улетит сразу. 61 урон. Ранящая стрела. Очень дорогие вещи. 61 урон. Он без брони, но он с глефой. Че, попадем? Ой, как... Чел, как тебе... Как ты вообще так тебе везет? О боже! Такой бы сейчас шот в голову был! Уф. Там, я не знаю, там просто, мне кажется, он... Вот над ухом реально пролетел. Вот говорят, над ухом. Ты передумал? Все. Готовченко, ребят. Он не понял вообще, что дальше делать. Два по 61 ему просто прилетело. Одна в руку. Сюда. Я заберу их. Стрелы слишком... Слишком, ребят, крутые. Извините, но... Ранящие стрелы, будьте-ка любезны мне назад. А расходные стрелы, я сейчас их перекину сразу. Да, вот обычные какие-нибудь охотничьи типа стрелы. Ну, расходники я поставлю, потому что... Извините, там по 6, по 7 голды.
Нельзя. А! Но попытка была хорошая. Да, это была перекованная коса. Перекованная коса, но нельзя ее брать. Я бы взял, ребят, с копьем я бы здесь грязь сделал вообще конкретную. Но, наверное, бы слишком имбалансно было. Но все равно странно. Странно, что нет. Странно и, если уж откровенно говорить, немного обидно. Я вот насчет топора почему-то подумал. Вы не задумывались на эту тему? Он прям, знаешь, вот лежит, вот он... Я все пробегаю мимо, говорю, да, что там? А кто вообще сказал то, что топор... Хуже, по-моему, моего тесака вообще ничего быть не может. Он убитый, весь разбитый. Ой, такое говнище вообще редкостное. Просто урон слабый, колющего нет. Ну, в принципе, логично, что у топора нет колющего урона. И 9 сил аж нужно. Извините, но за 9 силы мы прикупим гораздо лучше себе вещь. Или где-нибудь подзатарим. Так, лошадке нужно седло, ребят, напомните. Надо бы седлышко лошадочки под это справить. И не забыть нам лопату. Сейчас распродадимся. Оп. Мы сейчас где-то... Что-то где-то вот здесь вот. Поехали. Аккуратненько, разгрузиться бы. Вот я иду, ребят, видите, к сожалению, людей нет. Но я надеюсь, сейчас торговцы придут. Местные жители, торговцы. Ну, чисто. Что? Криповенько, если честно. Жесть, как крипово. Чего нет? Там музыка еще. Мать твою! Не надо! Не надо, дядя! Лошадка, лошадка, увези меня, пожалуйста, отсюда. Страшно так, что обосраться можно. Ну его нахер. Все, пойдем отсюда. Мне эта шахта вообще не понравилась. Меня и здесь неплохо кормят. Найс, зашли. Чисто на чиличах. Бля, я не туда свернул, что ли? Каким хером вообще я здесь оказался, и алё. Фу, блядь. Твою мать. Реку. Блядь, девочки, я заблудился. Так, тормози. Мост вижу.
Ёпта, мне вообще не сюда. Рановато я свернул. Мне чуть-чуть вот туда подальше, по-моему. Вот или нет. Или... Подожди. Все, да? Да не, мне так-то вообще пох, я и так зайду. В принципе, в гору. Я могу. Я такой. Блять, лошадь будет. Не отъехала, я с ума сойду, если столько дроп потеряю. Нормально, нормально. Блять! А это лошадь фыркнула. Блять. Кого? Ёпта, где залаз-то? Подожди, лагерь. Блять, куда я вообще ушел? Так, стоп. I feel quite hungry. Хорош, игра тут. Ты... Это прекратите. Подожди. Как я так поворот-то пропустил? Стоп. Вот место рыбалки. Так, мне нужно от места рыбалки вправо пошло русло. Так, я по нему иду. Блять, вот оно. Здесь, я не пойму, всегда дождь, что ли, идет? Это как в моем городе. Дождя нигде нет, кроме как у меня. Это вообще работает. Знаете, если мне память, ребятки, не изменяет. А она мне не изменяет. Здесь было местечко, в котором можно щемануться. Чуть-чуть. Чисто сейв сделать. А чё, халявный сейв. Чё это нет-то? Да-да-да, здесь мои грибочки. Я знаю, что кошмары, ничего страшного. Стану сейчас чисто в дорогу. Вступать я в битву ни с кем не собираюсь. Там волки, не волки. В любом случае сейчас побежим просто. Ну что ж, в город. Напоминаю, ребят, при хардкорном уровне сложности быстрых перемещений нет. И полный реализм. Полный реализм, ребята. Но тем лучше, потому что игра настолько динамична. Игра настолько интересна, что... Сюрпризы она... Знаете ли, умеет преподносить. Мы уже в этом неоднократно с вами убеждались. И Ванга? Или как? Прошу прощения, как? Что это? Это совпадение, Чешо? Подожди, а чё они... Кто они? Стой, ты кто?
Косой, беги! Подожди, а почему я-то убегаю? Ладно, косой бежит. Мы-то что убегаем? Я ж могу и газануть. И не то, что могу, я сейчас и газану. Или не газану, да? Ну их. Пусть, в принципе, они нам и не нужны особо. А где... Так, мне, подождите, они меня сейчас, блядь, собьют с курса. Короче. Да ты запарил. Достаточно мастерства на этот меч. Я другой, что ли, в руки взял? А, у меня этот, кошмары. Все, ушел он. Уходи. По прямой в лес, я так понимаю, это мне вот эта дорожка нужна. Зато сохранился на халяву. Кстати, коровки гуляют. Наверное, мне вот сюда. Блять. Или не сюда. Стоп. Что это вообще за место? А, ну вот оно, наверное, да. Так, чувак, мне бы... Мне бы тебя бы найти, на самом деле. Побазарить бы с тобой. Не помешало бы. Все, хорош бы это. Подожди, а где он сам? Вот этот, что ли? По-моему, вот этот. Иоганн. Себастьян Бах? Да вот седло для лошади. Я и хочу на лошадку. Седлышко-то другое. Роднуль. Так, тормозника. Во. Я, конечно, не подстрекатель, но... Слушай, чел, я могу же впарить тебе всякую хорошую вещь. А я помню то, что мне мои подписчики сказали. Продавай им только что, только то, что к ним относится. Я помню. К тебе относится вот это. Так, одну секунду. Одну секунду, лошадка. Интересно, я его сам отремонтировать же никогда не могу. Так. Так, вот это к нему относится. Что еще? В принципе, все, наверное, только шпоры, да, к нему. Друг, мне кажется, тебе надо шпор купить. Я хотел бы... Стоп, еще кое-что забыл. А что если с лошади снять доспехи? Да, разбитый доспех. Снял. Что если... Как его подчинить? У меня где-то был набор там кузнеца, бронника, херонника. Нет. Панцирь могу починить.
О как. Допустим. Тю. Да ладно. Это же мой ствол, да? Хотя какая разница, я все равно буду качать навык. Идеально. Чувак, подожди, пожалуйста. Седло, по-моему, я ничего с ним не могу сделать. С седлом. Лопата. Чувак. Вложи лопату, пожалуйста. У меня дело к тебе есть. Слушайте, седло не канает, ребят. Седло не канает. А, да. Бля. Но это просто, я не знаю, это не то, что подстава, подстав, это просто потеря, потерь. Ты снимаешь с коня седло. Она говорит, я в перегрузе. Я назад, я даже сейчас седло не смогу. Я столько себе все назад снимать. Конь как Феррари, не говори. Нашел дурака. Так. А че я весь такой покоцанный-то? Нифига себе. Что-то обидно сейчас было. Так. Что мне необходимо? Так, шпоры. Ушло. 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 Аргумс? I'd like to discuss the price. Sure, why not? Жестко прям. Satisfied? Close. Drop the price a bit more, and we'll shake on it. Finally. Слушайте, мы очень бодро торгуемся. Очень бодро. Так, Роднулькина, давай-ка мы теперь у тебя на вырученные бабки посмотрим, что дают эти подковы. Подковы, выкованные для крестьянских лошадей, они просто защищают копыта и не более того. Просто защищают копыта. Все, конец. Подковы пригодятся в длительных поездках, а также для того, чтобы наших, чтобы ускакать от разбойников. Уздечка, кожаный ремень, закрепленный на голове лошади, позволяет всаднику более уверенно управлять своим скакуном.
Гнездечко. Прошу прощения. Так, все, погнали, ладно. Короче, что-то мне подсказывает, что мы здесь ни хрена с вами, ребята, не купим. Просто ни хрена. Где же мне взять лопату? Может быть, у бакалейщика, но настолько это все вот вилами писано. Может ли быть? Да седло можно купить, но если только такой же. Я просто сейчас не одену его, ребят. Я и на лошадь не сяду, лошадь перегружена. Все, короче, забейте. Так. Так. Придется мне сюда щемиться. Как же мне отсюда выйти-то правильно? Твою мать, столько выходов из города. Как же мне, чтоб не ошибиться-то, а? Церквушки. Я почему-то скакать не могу быстро. Из-за седла? Да не может такого быть. Это гон. Не может быть такого. Может, просто я перегружен? Бля, ну это вообще не дело. Надо немного лошадь разгрузить, потому что, ну, это очень жестко. Ну-ка. Так, лошадка. Я понимаю, что тебе тяжело, моя хорошая, но... Так, давай вот так смотреть. Бля, столько ты денег везешь, мать моя женщина, а? Давай чуть-чуть мы ее подразгрузим. Мне нужен бакалейщик. Твою мать. Висит здесь знак, что бакалейщик здесь. Конечно, будет жестко. Блять, у нее 40 монет. Добрый вечер. Сорок монет — это must have. Так, стоп! Я сейчас могу бежать? Все, ёпта. Скакали, вообще пох. Не знаю, каким бакаром, но я могу скакать. Сейчас мы придем в нормальный город, распродадимся. Я не понимаю, как... Стоп. Что? В противоположную сторону. Ровно противоположная сторона мне нужна. Так, здесь я скачу по прямой. По
По-хорошему я должен упереться в конюшню. Озеро, левая сторона озера. Что? Сейчас вот вообще было сложно. Ты только вот сюда. Вот по вот этой дороге. Возможно. Два домика. Да. А справа крест. Да. Мне прямо от креста и направо. Прямо от креста и вот сюда направо. Все. Поехали. Да, четко. Это оно. Да. Как раз темнеет. Сейчас спокойненько зайдем в город. Все распродадим, все починим. Чики-бомбони, все. Оп-оп-оп-оп, и все. И все, и все. И все, и все. Да. Это, конечно, было сильное, блядь, путешествие. Так, здесь бы понять, кому и что. Распродавать. Вы понимаете, что самое забавное, что в этих городах нет оружейников? Здесь вообще ни хера нет. В крупных городах, да, пожалуйста, здесь оружейник, бронник. А здесь от винта. Хорошо, окей. Но здесь есть купец. Понимаете, по-хорошему я бы сейчас щеманул сюда. Щеманул сюда по двум причинам. 100% бы распродались, начали бы варить зелья. Все бы переработали по траве, по всему остальному. Прикупили бы меч. Да. Здесь, ну, на самом деле, до хера бы мы всего сделали. Но, с другой стороны, здесь, понимаете, здесь квест очень крутой торчит. Очень здесь, ребята, крутая тема есть. Кстати, пока сокровище вот если убрать. Где у меня это... Стоп, а где у меня со шкурой был квест? Что? Это же оно? Оленью шкуру кто просил? Что-то он где-то с краю, да, по-моему, был. Мост. Через реку мост самый первый. Напротив. Все, я вспомнил где. Стоп. Напротив креста. Направо. Крест направо. Чуть-чуть даже назад. Вот сюда куда-то. Вот он. Чувак, у меня к тебе хорошие новости. Кожевник. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. I've got those hides you wanted. Стоп. Стоп. У меня их две. Одну секунду.
Я тут совершенно случайно вспомнил, что у меня шкур-то, прошу прощения, две. Так точно. У кого, ребят, тоже две шкуры? Я не это хотел сказать. Раз, два. А, даже так. Подтвердить. Now that's what I call quality. That'll do me just fine. Here, you've earned a bit. Ну, стрепа. А, шкуры не нужны? I'm in need of boar hides, believe it or not. They don't make very good leather, but the cob. Шкура кабанов мне один раз попадалась. There's a lot of demand before autumn. Шкура кабана. Лошадка. Это для тебя плохая новость. Поехали. Мне кажется, я сейчас здесь, ребят, распродамся. Мне не кажется, я уверен. Заходим сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо, мать, тормози. Сейчас это моя чим-чима увидит, в какой рыцарь знатный. Да? Заскочит. Нар. Так. Чуть я до баньки не дошел. Купец где-то сразу. Где-то он вот прям... Прям вот где-то вот. Найти б тебя, сынок. По-моему, вот он. I'm at your service. Пан рыцарь. Can we trade? Между прочим, пан. У него грошей ноль. Он, ребята, как бы этот, ну, тот самый. Ну, бич. Это, блядь, печально. Окей. Нам вообще не привыкать. Но здесь, ребят, все идет к тому, чтобы мы... Реально забили болт и прям напрямую вот сюда щеманулись. Просто прям напрямую. Здесь просто все идет вот сюда, как раз основные квесты уже поделать. Угу. Можно, в принципе, здесь повозиться. Вы понимаете, просто... Блин, можно попытаться... Стоп, ну у него лопата может быть. Чел. Лопата есть. Я устал ее искать. Ни хера у него нет. А. Болты, ребята, болты у него. Стоп, а что если я сломаю систему? Я знаю, что у него нет денег. А что если... Let's have a word about the natural. Here, and something for your trouble. My word. Thank you kindly. Я просто дал ему два каких-то клыка. Хрен пойми, что за копейки. И я просто забузил отношения в городе.
За 4 голды я просто взял и... Я x2 репу... Стоп. То есть, если я... Вот он. Просто, допустим, возьму и впарю ему... Что вообще мне вот... Вот то, что валяется, я не знаю, вот... Стоп, 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 стоп. Я ему просто даю паутину. Блять, просто паутину. Я с ним торгуюсь. Он говорит за ноль. За ноль. Ноль-ноль. Да. Here you are. My word. Что? Кто-то скажет читы, а кто-то скажет, о боже мой. Он просто гений. Ребята, репутация вообще больше не является никакой проблемой. Просто мы впарили чуваку паутину. Конец истории. Я просто ему впарил паутину, мне дали x2 репутацию. Think about it. Блин, он просто чертов гений, боже мой. Что вообще, что он скромный. Господи, кто этот стример? А, это я. Я. Прошу прощения, ребята, все каждый раз забываю. Каждый раз, знаете, думаю, я не я, потом смотрю, нет, все-таки я. Два часа чилим, проходят все кошмары. Скромность, да, скромность, ребята, и красота. Ой, в одном лице. Что есть, то есть. А, мы перегружены. Я хочу вам задать обычный один простой вопрос. Есть несколько вариантов развития событий. Либо мы здесь тусуемся, делаем квесты. Я могу, в принципе, сделать квест, и мы можем с вами вместе попасть. Здесь недалеко, на самом деле, скакать до Ужиц. Там поднять репутацию. Здесь есть очень интересные квесты. Мы можем попасть на свадьбу самого, между прочим. Хотя... Нет, наверное, на свадьбу мы не попадем. Блять, в принципе, нас здесь держит только лопата. Я, если честно, склоняюсь, блять, больше к путешествию, знаете, какому? Сюда. Мы параллельно забираем у него квест. И мы просто выдвигаемся, блять, очень долгой трассой. Врата, и мы здесь сделаем квест. Уже 2 из 3. И просто на обратном пути мы забежим и здесь аж 2 квеста, кстати, сделаем. По-моему, очень хорошее предложение. Пишите в комментариях. Ну, а лопаты, я думаю, ребят, не такой уж там и дорогой клад, но все равно заберем. В родные края возвращаться всегда приятно. Ну и, знаете... Да, в принципе, да, все, я сохранился. Ставьте лайк, ребята, подписывайтесь на канал. Очередная, очень крутая, интересная серия. Буду в следующей серии стараться уже, наверное, лошадку поменять. Поменять лошадку. Нам нужен более серьезный, ребята, скакун, который переносит больше груза, хотя бы за 200+ единиц. Я думаю, раскошелимся и приобретем какую-то очень-очень-очень... серьезную штуку. Так что пишите в комментариях ваши предложения.
Ну и увидимся в следующей серии. Кто не смотрел предыдущие, ссылочку на плейлист, как всегда, оставил внизу, ребята, в описании. Не забывайте переходить в телеграм-канал наш Hard Insight. Все новости о наших съемках, о движниках, о начале стримов, все вы найдете там. Рекламы там нет, только информация. Удачи, берегите себя.